Сегодня представляем вашему вниманию бронзовую литую фигурку в форме козла из коллекции «Археология». Была найдена на берегу Днепра в районе Рогачева. Вероятно, что фигурка является предметом импорта с Северного Кавказа и принадлежит кабанской культуре – Северный Кавказ Осетия, где встречается в конце II – начале I тысячелетия до нашей эры. Подобная фигурка служила наконечником-украшением кабанских бронзовых кинжалов. Концы ног фигурки спилены, прошлифованы и прорезаны до центра для деления на левую и правую. Поэтому есть вероятность, что фигурка служила амулетом. Население белорусских земель в бронзовом веке имели торговые отношения с далекими странами. С Прибалтики на территорию Беларуси в обмен на кремень попадал янтарь. С Кавказа – украшения из стеклянно-образной массы и бронзовые изделия. Таким образом и попадали к нам предметы, не характерные для нашей территории.